Ну что, как прошло твое интервью в Microsoft? Отлично. Буду работать теперь старшим программистом. Ого! Поздравляю тебя! А что спрашивали? Было несложно. Попросили найти корень. Какой такой корень? Корень Баобаба? Нет, математический корень. Я сразу нашел решение. С помощью метода Ньютона-Рафсона. Ньютона Гафсона? Откуда ты такие слова знаешь? Как откуда? Смотрел лекции, интервью для программистов и математиков. Корень из числа. Там все понятно рассказано. Пойду-ка я посмотрю эти лекции. Может, меня тогда возьмут в Microsoft, ну или хотя бы в Google.